и ни капли не устали. Вот мы на самой высокой смотровой площадке города Сочи. Наконец-то нашли нормальное место, где можно перекусить без большого количества туристов. С видом. Ну, так вкуснее, вы понимаете. Приехал Сережа, коллега, привез из Чехии печенье. Видите, какие в Чехии печеньки? Мы уже проверим, она еще есть начинка. Ну да, вот хорошо сидеть. Привет всем в офисах. Да, вон она, цель туризма.